В Австрии задержали двойника Адольфа Гитлера. Это произошло в родном городе лидера нацистской Германии. Местные власти искали его в течение месяца. Сейчас задержанного обвиняют в прославлении эпохи нацизма. В Австрии это считается главным преступлением. Как сообщалось, у молодого человека характерные усы, прическа и даже одежда. Двойника Гитлера несколько раз видели в общественных местах. Один раз его заметили в книжном магазине, когда он искал книги о Второй мировой войне. Но после этого мужчину видели в местном баре. В полиции также сообщили, что однажды он был замечен в Вене.